Тайсон вас встречает. Тайсон. Давно не виделись. О, ты без намордника сегодня. Дружочек. Ну, натирает. Ты правильно чувствуешь. Так радит. И маленький, и большой, и все равно. Ну, пускай ходит, он же не кусается. Сын без намордника ходит. По вечерам мы вас встречаем, а днем никак. Вы завтра во сколько войдете? Не знаю я, вот я всегда по-разному. Ага. Бывает вот и в 10, бывает в 11. Ага. Ну, бывает днем, если вот рано утром мы пойдем гулять, бывает и днем погуляем. Ага. Я завтра дома, собственно, войду. Да какой у тебя строгач-то крутой-то, а? Металлический. Блестит. Купили эту рулетку. Ой, какой. Не трогай, не трогай, испачкаешь папку. Рулетку взяли? Рулетку. 8 метров. Мне нет. О, у вас вон какой мощный брезент. А я его, тот он порвал, а этот я вот... Новый, да? Сколько метров здесь? 5. И сколько стоит? Он 300 с чем-то. А, ну недорого. Но он его не жует? Вот тот жевал, а этот нет. Мне кажется, собаки вот такой тряпочный любят жевать. Вот он, тот тряпочный был, тот жевал. Вот смотрите, вот он тянет ему пофигу на этот строгий ошейник. Я вот не знаю, не понимаю, почему люди их берут. Вот видно же, он все равно тянет. Или меньше тянет. Ну это вот сейчас. Или вы себя успокаиваете, что типа он меньше тянет. Мне кажется, они так же тянут. Он не вырвется. Вон, как он тянется. Вот ты собакам вообще пофигу на этот ошейник. Да, Джокер, такой ты классный. Мощный. Ко мне. Молодец. Тайсон там по следу пошел. А может мы вон там на площадке их пустим побегать? На вот этой закрытой. Не убежит она? Она закрытая и она открытая. Ну там сбоку открыто, а так закрыто. Ко мне. Иди ко мне. Джокер. Быстро. Ай, ты красавец, собачоныш. Ну что ты, Тайсону да хочешь, Джокер? А у него клетка есть дома? Была. А сейчас нормально, не портит ничего? Мы ее... Она у нас большая была, на полквартиры. О, вольер целый, да? Да, ну, клетка. Он маленький заходил в нее, но дверца была закрыта. Иногда так наказывали, да? Не, я имею в виду, вот я сейчас тоже щенка буду брать. Я еще клетку думаю, брать, не брать. Потому что когда тазик был маленький, я уезжал на работу, он там то испортит, это испортит. Вот так, сажать в клетку, пока меня нет. И мы это... И он... Дверца была закрыта. И когда... Ну, он же умный, хоть и маленький был. Да. И он всегда на эту дверь лаял. Вы же меня закрываете в нее. Ему не нравилось. Ему не нравилось. И он как-то... Я видел, вот посмотрите, видел, как застряли зубы. И раз у собаки тоже вот так... Нет. Видео. Вроде бы да. И что, у него тоже застряли? И он, у него тоже что-то застряли. Я сказала, все, убрать эту клетку. И мы ее продали. Мы брали, знаете, с Новосибирска вообще дешевое. А, так далеко? Ну, там неделю шла она, или несколько дней. А что, здесь же тоже полно клеток. Они дорогие. А там что, дешево? А там, да. Бэушная? Нет, новая, упаковки. И сколько стоит? Около 5000. Так они здесь тоже, по-моему, по 5. Ну, это метр очень большая. Метр. Сколько? Ну, метр на 70, по-моему. Нет, та больше была. Ну, за доставку-то тоже вы заплатили, я думаю. Ну, нормально. Там, наверное, за доставку тоже, да. И ну, выходит, в общем, так же. Обошлось около 5000. Обошлось все с доставкой. Же. И мы ее... Не, если не портит, то все, тогда нормально. Портит. Портит, да. Вот у сына висит эта, как ее, карта.
Он уже и флажки эти все вытащил. А, ну флажки-то ладно, а там и... это мебель не всяк не рвет, там стулья не жует, не грызет. А мы же его не выпускаем, он только в комнате сидит. А в комнате ничего нету? Там кошки стулья по... В комнате диван, стенка, вот ручки сняли. А, ручки короче, все сняли. Поснимали, да? Да? А вы там постойте его отсюда. Не-не-не, вон Джокер, там. Джокер. Он Джокер, просто сейчас так... Стойте на месте, я так. Я, да, как раз он смотрит, поэтому... Красавчик Джокер. Кого там увидел Джокер? Собачки идут, да? Нельзя. Нельзя. Нет. Нет, нельзя. 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 Вот-вот и вам строгий ошейник. Так что ему по барабану этот ошейник. Да? Лежать. Джокер. Лежать. Скажи, я папку буду слушаться. Да? Лежать. За вкусняшку. Лежать. Да, да, вот такие моменты надо как раз таки и заниматься. Лежать. Тут, короче, нужен именно поводок покороче и его отдергивать, чтобы он внимание привлекал. Он Джокер. Сейчас, знаете, что? Нельзя, Джокер. Отвлекать мне внимание коротким поводком, чтобы он куда когда куда-то смотрит. Нет, именно вот просто вот покороче, вот командуйте. Лежать. Он сейчас ничего не отвлекает, молодец. Он на вас сконцентрирован. Когда собака, его просто вот так, хоп, за шею. Сидеть. Джокер, сидеть. Скажи, я сижу. Сидеть. Лапу дай. Ай, молодец, Джокер. Ай, молодец. Я молодой, я хочу голос. Знакомиться со всеми. Голос. Плохо. Голос. Молодец. Вкусняшку. Классный. А попроси, попроси. Ух ты, молодец. Так что лежать, скажи Джокеру. Лежать. Кувырок, что ли? Ага. Лежать. Ну он как бы лег, а кувырок надо уже по другой команде. Ай. Все, не хватит. Любит, да, лежать что-то? Он прям присаживается больше, наверное, холодно поэтому. Ай, ты красавец. Не стала пока его одевать, думаю, да и не надо, пусть привыкает. Да. А то больно. Когда прям мороз будет, тогда. Он там чем-то увлечен. А что там интересно? Он просто не... А, это любит, да. Просто он если корм не будет обычно. Нет, за команду только. Какую-нибудь команду, у нас команда, но он что-то это увлекся, чем-то что-то ищет. Наверное, тут это течная сучка была. Джокер, что ты? Ну и что ты еще умеешь, покажи. Зайку покажешь. А, он не... Джокер. Слон, ты за вкусняшку родину. А сколько он весит? Я не знаю. Ну да. И сейчас вот им надо заниматься именно вот, чтобы он слушался. Потому что если бы мы сейчас отпустили, увидел бы собаку, он бы побежал. Он убежал бы. Поэтому надо, да, сейчас вот эти вот команды вот он... отрабатывать. Стоять ко мне, чтобы он прям точно их знал. Вот он, я иду с ним, он все, ко мне идет. Ко мне. Не, это понятно. Ко мне. Когда никого да. нету. Когда нет никого, да. Надо да. именно при собаках заниматься вот в таких условиях. Чтобы он уже понимал. Вчера на площадку он там у него бегал эти все эти препятствия. Mm-hmm. Нет, гуляй. Джекер, Джекер. Иди сюда, Тайсон. Что-то ищет, а найти не может Тазик. Тазик, ты что там ищешь? Собака. Иди гуляй, нет у меня ничего. Иди. Джокер. Нет у меня ничего. Сидеть. Джокер. Ай, молодец. Хорошо. Но у меня ничего нету. Я могу тебя погладить, дружок, погладить. Я в последнее время
с ним, и это вот... А, это он выпрашивает, это вы вот сейчас зря, он уже понял, как выпрашивать, на вас лапы ставит, лучше не давать за это. Ну вы в ту сторону, мы уже погуляли. Вы куда идете? В ту. Ну и мы на площадку пойдем. На площадку. Пошли пойдем на площадку. Джокер, Тазик, хорош там уже нюхать. Что ты там ничего ищешь? Нет, у меня ничего, нет. Нет, Джокер нет. Что-то ничего не ищет, а это тут прям хочет найти кого-то. Тайсон! Пошли. Нет ничего, Тайсон! Тайсон, зови Джокера, пошли. Побегаешь. Блин, а там грязюка такая. Грязь, да? Грязь и лед, вот а это все смешно. Я вот сегодня утром туда ходил, там был вообще гололед. Сейчас вот, наверное, там грязюк, потому что собаки ходят, топчут. Не, не пойду. Поэтому я не хожу туда. И в парк сегодня ходили, там везде лед, вот прям где песок и пляж, тоже все во льду скользко было. Я утром... Вот. Фос! Ну, что, пусть нюхает. Он там это не ест он... ничего. Потому что эти кошки не хотела убрать. Он уже все, с горшка все сожрало. А, кошкина? Да. Не, они тут именно что-то это, девичье птичное чувство прошлось. Да, Джокер. Кобели вы кобели. Тазик. Что это он, реагент посыпать, что ли? Да. Вот он, трактор посыпает реагент. Это нам для собак, собачников плохо, да? Этот не лает, да, вообще? Тайс прям ее не любит, эту собаку. Все, пошли, ну, Тайс. Я не боюсь эту собаку, но... Ну вот она на кобелей прям это. Она всех боится, да, почта. Ни на кого не нападает. Ну, ладно, нет. Но если мимо этого здания проходить с кобелем, она начинает охранять, облаивать. Он утром, они его... Я его щенком помню. А, он, да? Он знает от кого. Мама у него... Мощный такой, здоровый. Какая-то порода тоже такая. Овчарка, наверное? Нет, нет. Черные они бывают такие. Ротвейлер. Вроде бы ротвейлер. Погуляла. Так у нас тут ротвейлеров вроде нету. С кем она? Вот с этого, с приемного пункта. Это их собака была. Они потом ее, сучка была. Они ее, например, у себя. Они вот ее вот как раз приехали сюда, и он был маленький.